Здрасте, накрасьте, меня зовут Анна Кравченко, и вы на моем канале. Сегодня мы также с вами разбираемся со сложными бровями. Если пришел клиент, и он хочет сделать брови шире, но и обязательно прокрасить кожу, а волос у него плотный, что же с этим делать? Для того, чтобы сделать брови шире, нам нужно сделать ламинирование. Обязательно перед первым и вторым составом мы наносим скин-протектор. Так как волоски достаточно жесткие, будем ламинирование делать с помощью составов для ресниц Lash Curl Up. Выдерживаем составы по 6 минут и обязательно хорошо смываем с помощью Detox Mousse. Так как мы будем окрашивать краской, нам нужно прорисовать форму. Прорисовываем с помощью микроматика и только после того, как мы прорисовали, наносим на брови Lash Plex. Lash Plex нам нужен для того, чтобы кожа была увлажненной, и тогда краска у нас будет ложиться хорошо. После окрашиваем брови гель-краской номер 3, но на те участки, где нам не нужно яркое окрашивание, мы заранее нанесем скин-протектор. Конечно, когда мы нанесли краску на брови, которые после ламинирования, волос моментально затемнился. Теперь нам нужно убрать с него краску. Как мы это можем сделать? С помощью деколор. Но для того, чтобы остался цвет на коже, изначально наносим скин-протектор и только после него наносим деколор. Brow Decolor смываем с помощью воды. Если у вас было большое количество скин-протектора, можете смыть с помощью Detox Mousse. Далее мы фиксируем брови с помощью геля, но вы можете нанести увлажнение. Это либо Lash Plex, либо Brow Elixir. Надеюсь, видео для вас было полезно. До скорых встреч. Всем пока.